Ветеранам Великой Отечественной войны. Что такое война, многие из них знают не понаслышке. Бывшим фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны и афганцам, ликвидаторам чернобыльской трагедии, и в страшном сне не могло присниться, что на их родине лицо заклятого врага человечества Адольфа Гитлера запестрит с обложки журнала. И это при том, что во время Второй мировой войны 600 тысяч казахстанцев отдали свои жизни, чтобы победить фашизм. Мы сейчас вот этой публикацией надсмехаемся над своей историей и над своим народом, над теми людьми, которые ковали эту победу. Апрельский номер журнала «Жулдыздар от басы» Анны Задам, выходящего тиражом 25 тысяч экземпляров, был посвящен Адольфу Гитлеру. Издание возвело его в ранг героя. Журнал решил обелить фюрера, рассказывая о нем как о талантливом лидере нации и о его личной жизни. Разумеется, после выхода в свет издания против него ополчились все. Однако мало кто в этом разглядел тонко спланированную провокацию. Чтобы оттянуть внимание казахстанцев от проблем насущных, специальный отдел пропаганды при Акорде решил на столь отчаянный шаг. И стоит отметить, фокус удался. То, что журнал закроет за разжигание расовой и национальной розни, приспешников Елбасы совершенно не волнует. Мы глубоко возмущены и считаем, что редакцию, этот журнал нужно закрыть, а редактора привезти это уголовной ответственности привлечь. Ждать суда народ не намерен, поэтому и свой вердикт люди привели в исполнение тут же на площади. Однако у Гитлера, похоже, есть и поклонники. Нет, за что вы его задержали? За что задержали его? Несмотря на относительно мирный исход, ветераны и общественные активисты намерены продолжать свои акции до тех пор, пока сторонников фашизма не накажут по всей строгости закона. Oh.